Недостроенное здание рядом с основным корпусом Южного регионального спасотряда сегодня превратили в площадку для региональных соревнований. По легенде, произошло обрушение здания. Задача спасателей, разгребая завалы, вытащить пострадавших, которые оказались заблокированы внутри. После того, как здание обесточено, газ отключен, спасатели приступают к работе. Спасатели буквально прорываются на объект. Одни в спецснаряжении в подвал, другие в само здание. Работать нужно быстро, проявляя все свои лучшие качества – силу, выносливость, ну и психологическую устойчивость, конечно. С помощью специальных инструментов спасатели расчищают себе путь, все дальше и дальше проникая вглубь здания, получая подсказки по рации. Все, все, сдувай. Сейчас сразу, Вова, накидывай туда по максимуму, подклады. Насколько быстро и при этом аккуратно должны работать спасатели, наглядно демонстрирует этап разбор завалов. Нужно не только вытащить человека из-под тяжелых конструкций, но и при этом не травмировать его. В помощь судьям самое простое – куриное яйцо. Если команда сделает неправильное движение, яйцо треснет или раздавится, это равносильно тому, что человек получил дополнительную травму. Но спасатели сработали отлично. Без штрафов обошлось и на этапе по ликвидации последствий ДТП. К сожалению, спасателям часто приходится отрабатывать подобные навыки и в повседневной работе. Здесь сразу воссоздана ситуация, при которых это и промышленный альпинизм приходится применять навыки. Также работа с инструментом, работа в изолирующих средствах, дыхательных аппаратах. Ну, в общем, все в одном месте, и в течение 3 часов очень такая сжатая дистанция. Непосредственно команды бегают и стараются максимально быстро выполнить все задания. Кроме соревнований в техногенной среде, спасатели выявляют лучших еще в нескольких дисциплинах многоборья. Это поисково-спасательные работы в условиях природной среды, этапы на вертикальном скальном участке, сплав по горной реке, а также кросс на 3 километра и упражнения на перекладине. В многоборье участвуют 7 команд филиалов Южного спасотряда. Сочи, Краснодар, Адыгея, Волгоград, Ейск, Туапсе и Крымск. Итоги соревнований подведут во вторник. Кстати, в прошлом году победу в турнире праздновали сочинские спасатели. Ольга Десятова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.